platform. And it's flying on board Soyuz tonight. Soyuz is effectively divided into two parts. The first three stages are the propulsion phase of the launcher, and then the upper stage, we call it the frigate upper stage. Its job is to take the satellite to its destination in space. And if we take a look inside the top of the vehicle, we call that the fairing. There we go, we can see our satellite inside. Hisprosat. Мы до последнего не знали, будем ли проводить, получится ли у меня. Ну вот получилось, и без уведомлений, без предупреждений, уж простите, как вышло, запускаем стрим. Да, отсчет справа сверху, 11 минут 52 секунды осталось до пуска. Запуски делают не в ночное время суток. Ты сейчас увидишь, что на пусковой площадке на космодроме Куру, прошу прощения, день сейчас. Нам показывают этапы миссии, но я вам немножечко расскажу по поводу ракеты-носителя. Ракета «Союз СТБ» запускается, специальная ракета, просто вариант ракеты-носителя «Союз СТ». Это трехступенчатая ракета-носитель среднего класса, созданная на базе ракеты-носителя «Союз-2» для обеспечения коммерческих запусков с космодрома Куру. Основные отличия ракеты от базового варианта – это доработка системы управления под прием телекоманд Земли на прекращение полета и доработка телеметрии под европейские наземные станции приема телеметрической информации. То есть, по сути, просто перепилена ракета, чтобы европейцы могли с ней взаимодействовать. И вообще его должны были запускать, наш сегодняшний хипсет, на ракете-носителе «Ариан-5». Но затем было принято решение использовать для запуска ракету-носитель «Союз СТБ». Напомню, Ariane Space, по сути, французская компания, и они работают с российскими союзами, являются операторами запусков этого типа ракет. Запускает не ESA, запускает Ariane Space. Вон вторая ссылка, ну первая, по сути, ссылка в описании. У нас сегодня нет описания пуска сегодняшнего, простите, не подготовили. Есть отрыв от стартового стола, друзья. Ракета-носитель «Союз СТБ» взлетает с космодрома Куру в Южной Гвиане. Вот очень красиво сейчас было подсвечено солнце, и пуск сегодня неимоверно красивый. Такая облачность, туман, дымка, не знаю, но тем не менее смотрится все очень круто. И отправляет сегодня на орбиту спутник HISPSAT-36W1. Орбита геостационарная. Естественно, спутник, телекоммуникационный спутник связи для испанской компании. Он запускается. Мы с вами долго не будем смотреть трансляцию. Кто изъявит желание, сможет подключиться к стриму официальному по ссылке. Мы сейчас ждем отделения первой ступени или вот этих вот боковых бустеров. Они имеют название первой ступени в данной ракете. Да, кстати, анимация полета немного поменялась, насколько я понимаю, у компании Ariane Space. Сбоку, друзья, не снимают, естественно, это компьютерная графика. Вот кто-то попал в предложенных видео. На нашу трансляцию призываю вас подписываться. На канале много интересного контента о космосе. Мы проводим прямые трансляции запусков и выхода в открытый космос. Так что подписывайтесь, не пожалеете, друзья. Я жду, когда ждадут картинку с телеметрией. Ну или хотя бы вот анимацию. Но действительно поменялась анимация, и это приятно.
Ну вот хотя бы сейчас видно пройденное расстояние. Напомню, оно высчитывается в проекции на поверхность Земли. И есть отделение бустеров или первой ступени. Но, друзья, это не Rocket Khan сейчас показывал картинку. Это была запись использована. Так что не думайте, что это вам в прямом эфире сейчас показали. А как отделяются бустеры? Нет. Но, тем не менее, хотя бы вот в повторе мы смогли это пронаблюдать. Это один из предыдущих запусков, какой именно, точно вам не скажу. Двигатели были отозваны Воронежским механическим заводом, однако это не тот союз, к которому имеет отношение Роскосмос, это союз, который запускается компанией Ariane Space. Нам напоминают о том, что есть действительно, естественно, есть задержка небольшая между событиями, которые происходят во время полета, и тем, что мы видим на экране, то, что мы слышим, поэтому не удивляйтесь тому, что там анимация может показываться вовремя, а потом уже мы только получаем подтверждение тому, что произошло на экране. Связь, да, для Испании, для Европы, то есть европейский, испанский заказчик, есть отделение головного обтекателя тем временем. Сейчас тоже нам в повторе показали. Довольно быстро, кстати, он так падает. Состоялось отделение головного обтекателя. Сейчас через секунд 50 состоится отделение второй ступени. Через 50 секунд, когда на таймере будет 4 минуты 47 секунд с момента пуска. А сам спутник отделится через 32 минуты 10 секунд после пуска. Однако мы, естественно, полчаса так поздно или для кого-то уже рано ждать не будем. Мы с вами дождемся вот отделения второй ступени и, возможно, еще отделение третьей ступени, которое должно состояться через 9 минут 23 секунды после пуска. А затем те, кто захотят, смогут переключиться на официальный стрим, ссылка на который, кстати, есть в описании над ссылочкой на донат. Есть отделение второй ступени, друзья. Есть зажигание двигателей третьей ступени. И когда завершит свою работу третья ступень, включится двигатель, разгонный блок фрегат, будет одно зажигание разгонного блока фрегат в сегодняшнем пуске, и затем уже, как я говорил, через 32 минуты 10 секунд после пуска, то есть еще 25 минут вот с настоящего момента ждать надо будет, отделиться непосредственно сам спутник HISPSAT. Всех, кто недавно подключился, приветствую, друзья. Это канал Альфа Центавра. Призываю вас подписываться на канал. Мы регулярно проводим прямые трансляции запусков, выходов в открытый космос и переводим, озвучиваем и делаем свои собственные классные ролики о космосе. Синет Фериус, спасибо тебе за подписку. Сразу вот человек подписался. Это прямая трансляция запуска ступени. Ну, вторая ступень уже сгорает в атмосфере. Первая может рухнуть на Землю куда-то или в океан. Мы, кстати, сейчас посмотрим повтор момента пуска. Вот обратите внимание сейчас, как солнце будет на фоне светить. В этом повторе не было видно. Но можете отмотать на 6, ну, на 7 почти минут с этого момента и посмотреть. Довольно красиво это все смотрелось. Срок работы спутника 15 лет, предположительно. Кто-то стримит Counter-Strike, а кто-то Старт Союз, да. У всех своя роль. По поводу того, куда все падает, давайте еще раз скажу. Первая ступень, она не так высоко отделяется, и она падает на Землю. Компания SpaceX, например, в чем их
преимущество, будущее и в чем их задумка, интересное в том, что они эту первую ступень пытаются возвращать безопасно на Землю для повторного использования. А вот вторая ступень, она уже, скорее всего, сгорает в верхних слоях атмосферы, как и третья ступень, как и створки головного обтекателя. Кстати, их тоже в теории можно возвращать при помощи парашютов, однако там, естественно, нужно рассчитывать, что дешевле, вернуть головной обтекатель на Землю или построить новый. Я говорю своими словами, я не перевожу. Перевожу я какую-то информацию и обновление интересное, так мы обычно перед стримами готовим свою информацию, собственно, которую я и озвучиваю. Какие обязанности будут у спутника? Это телекоммуникационный спутник, у него много, ну, если уже называем это обязанностями, он обеспечивает цифровое телевидение, высокоскоростной интернет, мобильную и фиксированную связь для стран Европы, Канарских островов и Южной Америки. Заказчик – испанская компания Hispsat, а построил спутник немецкая компания OHB System. Они создали собственную платформу, многоцелевую космическую платформу для небольших геостационарных спутников Small Geo. Напоминаю, спутник на орбите должен проработать 15 лет. Антон Гора подсказывает, что вторая ступень не сгорает, а падает в океан. Спасибо за исправление. Да, вот NoName, спасибо, опять интересно написал о том, почему срок работы спутника 15 лет. Ну, во-первых, без обслуживания не так просто заставить 15 лет что-то проработать. А во-вторых, топливо, которое используется для корректировки орбиты, оно, естественно, завершается, заканчивается, и трудно дальше поддерживать миссию. Сейчас нам покажут анимацию отделения третьей ступени, и дальше уже будет в работу включаться разгонный блок фрегат. И на этом мы будем потихоньку закругляться. Итак, друзья, 5 секунд осталось до отделения. Анимацию нам уже показали, ждем подтверждения от ведущей сегодняшней трансляции. Да, видно, кстати, изгиб планеты нашей. Об этом ведущая сообщила. И, судя по всему, есть отделение третьей ступени, есть подтверждение, друзья. Высота составляет 201 километр, прошу прощения. Пройденная дистанция в проекции на поверхность Земли 2033 километра, и скорость вы видите 6,85 километров в секунду. Ну, а мы на этом... Дур Павло написав: «Дякую за стрими, за вашу роботу загалом. Багато корисної інформації, ради, що є люди, які розуміються і вміють подати». Будь ласка, стараємося. Так, ну больше вопросов особо не видел. Поэтому, друзья, всем большое спасибо. Третья ступень, да, на геопереходную орбиту, дальше фрегат включается, и затем сам движок спутника. Ракета российского производства. Первая ступень уже, возможно, упала на Землю. Даниил Тренин, привет. Да, ракета уже улетела, друзья, вы видите справа сверху таймер. 11 минут 10 секунд назад это произошло. Спутники могут столкнуться. Мы, пожалуй, сделаем отдельное видео по поводу вот спутников, потому что очень часто задают этот вопрос. Я, да, сейчас на ракете, веду прямой репортаж с нее. Взрывы в практике нет, не бывало. Ну, как, вообще взрывы, естественно, бывали, но на наших прямых эфирах, к счастью, все было обычно в порядке. Все, друзья, если кто-то хочет посмотреть сам момент старта, а сегодня старт был очень красивый, перемотайте на 12 минут назад, как раз его застанете. Я сейчас выложу на канал еще отдельный момент пуска отдельным видео.
Ольгер, хорошей ночи. И на этом будем закругляться. Над какой страной можно посмотреть по карте? Над Африкой сейчас прилетает спутник. А нет, я не официальный репортер. На каком железе, Михаил Горшенин спрашивает по поводу расчета орбит? Очень часто на древнем железе относительно сегодняшних монстров компьютеров. Вещаю я из Варшавы. Все, друзья, с вопросами завершаем. Всем большое спасибо, кто подключился так поздно или для кого-то так рано посмотрел нашу трансляцию. Не забывайте подписываться на канал, можете на прощание еще и лайкнуть. Мы регулярно проводим прямые трансляции космических запусков, выходов в открытый космос, переводим и озвучиваем видео о космосе и выпускаем свои собственные ролики. Для топлива керосин и жидкий кислород используется. Крутой у тебя диктаторский голос, написал Алекс Бурковский. Диктаторский не хочу, а вот дикторский спасибо за комплимент. Все, друзья, с вами был Паша, это группа Альфа Центавра. Стрим отключаю. Кто хочет смотреть продолжение, вторая ссылка в описании. Всем пока.